Сегодняшним спектаклем по произведениям Анны Ахматовой «Четкие жизни» мы начинаем новый проект взаимодействия благотворительного фонда «Иван да Марья», сотрудничество с нашими друзьями, с нашими партнерами, товарищество актеров МХАТ. Взор твой не ясен, не ярок, тихо отвечу. Она отняла Божий подарок. Вообще эта работа возникла очень неожиданно. Она возникла из предложения совершенно такого, не театрального. Попросили в библиотеке почитать Ахматову. И мы собрали какое-то количество стихов в одну обойму. Пока мы их читали, стали возникать идеи. От подобных оговорок всякий вспыхнет взор. Я люблю тебя, как сон. Ласковых сестер. Мы пытались понять Ахматову. Мы взяли целый пласт ее стихов от самого начала до самого конца и проследили, как эта история развивается, и подумали, как вот ее можно решить, потому что явно совершенно в юности человек одним образом относится к жизни, он взрослеет, вместе с тем взрослеет и меняется его отношение к жизни. Идея напрямую прочитать стихотворение по содержанию нам показалась очень неубедительной. И поэтому мы стали искать именно образного решения этой истории. Когда один знак какой-то, допустим, четкий, вдруг начинает переходить из одного смысла в другой, и когда вдруг он становится чем-то таким, кульминационным в жизни, когда, помните, эти четки вдруг рвутся. В результате вот получилась такая история, в которой есть все, от рождения до смерти. Живу как в чужом. Умерла, и кажется, тайно глядится сон, пустые свои зеркала. Проект задумывался в помощь общеобразовательной школе, потому что сейчас нам бы хотелось людей зацепить за живое, чтобы им захотелось размышлять, думать о нашей культуре. Ну вот для воспитанников где-то лет, наверное, 16 это очень актуально. Именно на них это произвело впечатление. Я Сергей. Мне очень понравилась эта постановка. Он очень поучительный и очень сильно взяло за душу. Мне очень сильно понравилась игра актеров и тронула до глубины души и до слез. Я была удивлена, что две воспитанницы даже прослезились. Настолько их тронула вот эта постановка своей, может быть, какой-то необычностью, такой вот яркостью, смешением вот жанров и танцевальной, и поэтическое. Вот это все вместе для них, наверное, было очень важно это все увидеть. Не просто они читают у доски свое стихотворение и все, и они его не прочувствовали, а здесь вот еще такая подача актеров была очень красивая. Подошел ко мне, улыбнулся, полуласково, полулениво, поцелуем руки коснулся. И загадочных древних ликов на меня поглядели очи. Мероприятие, безусловно, полезное, интересное, в том числе творчески развивающее наших деток, нуждающихся в любом реабилитационном социальном процессе. Это в том числе их социализация. Эти и другие интересные программы мы проводим совместно с благотворительным фондом «Иван да Марья». Одним из направлений деятельности благотворительного фонда «Иван да Марья» является развитие творческих способностей у детей, подростков, попавших в трудные жизненные обстоятельства. Это проект называется «Школа «Иван да Марья», и мы его будем развивать. Конечно же, мы в начале пути и участвуем разово в каких-то проектных вещах и мероприятиях, но кроме этого мы договорились о том, что разработаем сейчас программу совместного сотрудничества, длительного, в том числе и по вопросам медиации, что очень полезно и интересно было бы нам.
И будем работать уже планово в рамках этой программы на протяжении, я так думаю, продолжительного времени.